Тарас Михайлович. Да. Сегодня последний четверг месяца. И чего? Так, все машины на профилактику? Ты забирай, я тебе зачем? Дурья башка, вот меня дураки окружают. Ой, какой сюрприз, дочка дома. Дочка дома, папа дома. Жизнь продолжается. Все ради тебя, папуль. Пап не дурак, я же все слышу. Чего случилось? А? Что случилось, а? Рекордсмен. Урод, бросил, да? Уехал. Да, пап. Ты был прав, все закономерно. Кому нужны подруги с нулевым размером груди? Тьфу, ну что ты мелешь-то, а? Ну что ты мелешь-то, а? Ты с ума сошла, у тебя вон грудь какая красивая. Ты сама красавица. Жизнь только начинается у тебя. Ты с ума сошла. У нас вот так все будет, вот так вот. Конечно. Я тебе это докажу сегодня. Докажу. Да. Тебя ждет твоя судьба. Моя судьба уехала без меня в Алтыновск. А вот и нет, балда, вот и нет. Я говорю не о этих проходимцах, а о настоящей судьбе, которая свыше тебе предназначена. Свыше? Да. Ты о чем? Я о главном. О счастье своей дочери. Ну, конечно, о своем немножко. Поэтому давай встань, приведи себя в порядок. Соплюхи утри, живот в тени, грудь вперед, душ прими. А надень праздничное платье, туфли красные, чтоб я видел. И у тебя остался всего час. Пап, что происходит? Настоящая судьба, которая свыше, приходит ровно в полдень. Я люблю тебя. Папа хочет в туалет. Папа хочет в туалет. Папа хочет в туалет. Не пусти ты. Идем. Он уже здесь. Где? Вон в машине. Жди здесь. Он здесь. Пусть оружие сдаст, иначе не будет никакой встречи. Какое оружие? Ты слышал, что я сказал? Он просит сдать ему все оружие. Какое оружие? А какое есть? Никакого нет. Вообще никакого. Где эти оружие возьму? Он немного того. По старым понятиям живет. Паранойя. Да я тут при чем? Нет у меня оружия. Ну нет так нет, не психуй. Ты что ли контуженный? Сам ты контуженный, понял? Кочерга где? Предупреждаю, если там какая-то подстава, то я ребенка в клочья порву. Ясно? Ясно. Никакой подставы. Надо с кочергой планы перетереть. Все, понял? Документ давай. Кочергу давай. Ладно. Не пожалей потом, обратного пути не будет. Так. Всем все ясно? В общих чертах. Тогда конкретно. Андрей Андреевич берет на себя контуженного. Его легче всего купить. Пообещайте ему подарить от города тренажер, гантели, песочницу, черта в ступе. Андрей Андреевич. А? Попридержите с выпивкой. Потом будем праздновать. Прошу прощения. Профессиональная болезнь всех глав правительства. Очень вредное производство. А вы задание поняли? Ну, в целом, да. Вот только как будем по бухгалтерии проводить черта в ступе? Андрей Андреевич, ну вы и богу, как маленький. Я же не сказал вручить ему. Я сказал пообещать. Какая связь? Не вижу связи. Тогда идем дальше. Ляля находит эту телку из газеты «Ночь» и выкупает у нее компромат за любые деньги. Или? Или делает ей кирдык. Может начать со второго пункта? То есть сначала кирдык, а потом деньги? Да, как-то не сходится. А Дэн тем временем минирует кочергу. Сделаем без вариантов. А вы, Сергей Степанович, чем займетесь? Ну, а я, как всегда, остаюсь над схваткой.
Сливаюсь из города, пока все не успокоится. Уйду в кругосветочку на яхте по реке Матушке вокруг родного Муровска. Опять же, алиби. Хитро придумано. Стратегически безупречно. А ведь начиналось-то, начиналось все с обычной погремушки. Не с обычной погремушки, с моей погремушки, с моей, больше ничьей. От моего визга лопались окна в доме, когда кто-то смел коснуться моей погремушки. Дальше была моя парта. Никто не имел права даже присесть на мою парту безнаказанно. Расплата была чудовищной. Ну, а дальше что? Дальше уже моя улица, мой квартал, мой район, мой город, мой регион. Вот приблизительный маршрут движения в моей жизни. Конечная остановка. Мое все. Все мое! Но давайте не будем забегать далеко вперед. Сегодня у нас на повестке дня город Муровск. Хмуровск, Жмуровск. Половина народонаселения и так уже сидят на моей дуре. А в ближайшие дни я введу тяжелую артиллерию, амфетамины и все. Крепость пала, город наш. Одна проблема на пути. Барабасов. И Барабасов наш. Атилла уже заряжен. Заткнись! Ты мне про баню тоже говорил, что наш. И что? Теперь мы паримся, а он все еще трепыхается. Вот. Вот где верняк. Вот. Вот где. Барабасова могила. Да. Сегодня ты... Ты принес очень любопытный документ. Очень. Это его не просто убьет. Это добьет его чудовищных корчах и судорогах. А значит, мы с тобою заодно. А значит, я готов ввести изменения в моем жизненном маршруте. Ну, иными словами, я готов посадить тебя с собой за одну парту. А? Только здесь часть информации. Где остальное? В надежном месте. Ты хочешь получить этот комплекс? Хочу. Он твой. Как только передашь мне все остальное. Я подумаю. О чем? Над твоим поведением. Не понял. Тебе мир нужен, кочерга. Да забирай. Но Муровск оставь в покое. Ты что ли дурачок? Конечно. И ты сейчас в этом убедишься, тварь поганая. Муровск ты захотел! Я тебе сейчас хотел разбросить с этой крыши! Я на тебя, не Муровск! Завоеватель хрена! Сиди один за своей партой, говню! Сиди один! Всем вам хана! Всем замочу! Хрена тебе! Ты не Муровск! А не убивать! Не убивать! Не убивать! У него похоронка на Барабас! Остынь пока. Если завтра будешь жив, то еще раз обсудим твое предложение. Хорошо.
этого напущенного ребенка больше не подпускать. Я-то чё? Ты чё? Ты чё, я? Гадюныш, зараза такая. Жена говорит, зови детей, вода такая вкусная. Смешной анекдот. Старый, но смешной. Проходить, Николай Иванович. Вот, собственно говоря, в этой хибаре и обитаем. Это, значит, дочь моя, так сказать, кровинка, красавица Катерина. Это Николай Иванович, вот мой брат по оружию, так сказать, по смежному бизнесу. Тоже отходами промышляете? Угадали, переработкой. Я тебе так скажу, у Николая, у него ж хватка железная. У него виды на наш город, между прочим. Город что? Город производит отходы. Я их, как профессионал, аккумулирую, а Николай будет перерабатывать. Друзья мои, ох, какой у нас с вами получается уютный конгломератик. Очень романтично. Помойные короли Муровска. Да ну что вы, ну куда ж мне тягаться-то? Я, скорее всего, просто принц. Принц Муровской помойки. Тоже красиво. Похоже на заголовок. Благодарю вас. Ну-ка, давай, гости к столу. Прошу к столу, мои наследники, так сказать, по прямой. Стол у нас там. Что ты стоишь? Приглашай. Прошу. 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 Да что ж такое-то, а? То в баню, то в холодильник, то жар, то в холод. Значит, опять был приступ. Ну что? Тебе смешно? Мне не очень. Редакция газеты «Ночь». Муровск, Муровск, Хмуровск, Жмуровск. Мне нужен Муровск, мать моя. Прошу прощения, Георгий Аркадьевич, давно интересуюсь, на кой нам вообще сдался? Ведрат роз. Хочешь знать все? Все на чистоту? Хотелось бы. А ну, брось отсюда, оба. Бегом! Ладно. Хорошо. Дело вообще не в городе. Дело в кураже, понимаешь? Еще в юности мы с Барабасом на историческом кружке мы мечту забили. У кого меч Аттилы, тот и номер один, понимаешь? Тот на коне. А меч такой, он всего... Меч такой всего один во всем свете, понимаешь? И вот сейчас он здесь, здесь, в Муровске, у Барабаса. А толстяк, гад, не продает, не отдает, хоть ты убейся. Вот. Ну а первый-то кто? Первый кто? Кто номер один? Я? Я победитель, я! Я победитель, а? Конечно, вы, Георгий Иванович, кто же еще? Вот поэтому заберу я меч вместе с вашим заштатным городишкой. Понимаешь? Вместе. Тугеза. Понял? Держи, студент. Глазам не верю. Воистину, если я не иду к Муровску, то Муровск идет ко мне. Андрей Андреевич, какими судьбами? К тебе сегодня приезжал один паренек. Контуженный. Он. Понимаю. Здрасте. Ну, хотите, я вам билет покажу? Вот посмотрите. Вот фамилия, имя, отчество. Да мне-то что? Без документов попросить не могу. Меня же еще и выкинут. Да я же объясняю, что паспорт остался в рюкзаке с миллионом. А я приезжу. В чем дело, молодой человек? Да хотел объявление дать в вашу газету. Потерял рюкзак, там 8 миллионов денег. Может, вернут. А этот хрыч не пускает. 8 миллионов?
Да, представляете, в рюкзаке? Представляете, и потерял. Какие-никакие, а все-таки деньги. Ну что значит какие-никакие? Вы что, олигарх, что ли? Ах, какой я олигарх. Тьфу. Вот мой батя, да, тот олигарх. А я так, Сёшка, не поможете. Андрей Андреевич, вы, конечно, начальник важный, но это так, себя в городе, а здесь вы... Он передавал тебе документы с моей фамилией? Возможно, так, возможно, нет. Отдай мне парня, и мы договоримся. Откуда вам знать, что мне нужно? Барабасов. Я угадал? Любопытно. Отдай Контушенова, и я солью тебе Барабасова с потрохами. Екатерина Тарасовна, я столько анекдотов знаю. Со мной не соскучишься. А вы серьезно это сказали? Что именно? Что я вам нравлюсь. А, ты что? Вы мне очень нравится, Екатерина Тарасовна. Вы лучше всех в этом городишке, без вариантов. И вас даже не смущает размер моей груди? Вернее, ее отсутствие. Это чепуха. Мы сделаем пластическую операцию, будет такой, закажете. Интересно. А глаза мне тоже подправить? Ну, разве чуть-чуть? Настолько? Да, в самый раз. А нос? Ну, капельку подровнять, и будет просто фантастика. А ноги? Ну, вообще не вопрос. В Европе есть уникальные технологии по коррекции. А сейчас колесом, верно? Я этого не говорил. Ну, хорошо. Уши? Это подрежем без проблем. Бедра? Высосим. Ну, только это буду уже не я. При вас останется главное, Екатерина Тарасовна. Прическа. Личность. Вот уж что не подправишь, не скорректируешь, к глубокому сожалению. А дети? А что дети? Вы хотите детей? Екатерина Тарасовна, я бизнесмен. Дети для меня смерть на взлете. Кать, сюда. Чего? На минутку. Да знаю я твою минутку. Передай своему тренеру, что я вычеркнула его из своей жизни. И вычеркивать не надо, он сам скоро вычеркнется. Что ты имеешь в виду? Артем гибнет, поняла? Как гибнет? Где? Там, в холодильнике. Погодите, простите, может, я что-то не так сказал? Да нет, вы все верно сказали. Только вам нужна не я. Как не вы, а кто же? Резиновая кукла из секшоп. Там за углом. Извините. Смерть на взлете. Ты не хныть. Не хныть, просто делай, доложи мне результат, ладно? Давай. А что это у нас такое? Ничего, картошка, Тарас Михайлович. Из меня дурака-то не делайте. Я вижу, что картошка. Я ж спрашиваю не про клубню, так сказать, а про очистки. А что очистки? Куда вы их деваете потом? Ну, а куда же, в мусорку, Тарас Михайлович? Вероника. Вы у нас работаете, наверное, третью неделю? Вторую. Вторую. Именно поэтому вам простительно. Давайте я вам объясню, чтобы мы больше к этому не возвращались. Картофельные очистки, в отличие от других очисток, они не останавливаются на процессе минерализации. Они продолжают процесс гниения, брожения, доходя
до полной, так сказать, нитрификации продукта. А это прекрасная, просто шикарная добавка к кормам. Угу. Папа! Папа, он погибает! Кто, дочка? Тот, без которого гибну я! Поехали! Так это... А у меня это... Машины все на профилактике. Папа, нажми уже, давай быстрее. Папа, поднажми. Куда ты прешь? Папа, поднажми. Бортанула хорошего парня. Перспективного парня. Отвали в сторону. Сейчас едем вон. Папа, поднажми спасать эту гопоту, нищету просто. Так, у него достоинство тоже есть. Достоинство у него есть. Какое? Перечисли мне хотя бы одно достоинство. Он контуженный. Я спасу гопоту сейчас. Папа, поднажми. Куда ты прешь? Ия! Неужто нашел? Да, в камере хранения магазина. Сигареты покупал, забыл забрать. Забыл забрать? 8 миллионов? А, предлагаю это дело отпраздновать. Я плачу. Ну хорошо, Андрей Андреевич, договорились. Получите его вашего пацана, побеседуйте с ним. Но это только если он сможет с вами разговаривать. Прошу за мной. Давайте. Папа, познакомься, это Артем. Артем, это папа. Тема, очень приятно. Папа, здравствуй, горячий парень. Дайте пиджак. Дайте. Больше ничего не дать. Пап. Да, здесь холодно. Ты пиджак мой возьми. Узнаю столицу. Вначале пиджак, потом дочь родную, потом особняк. Вообще без трусов останется папа. Папочка, у тебя останется самое дорогое. Твоя помойка. Тоже верно, дочка. Я ошибся. Я сделал самую большую ошибку в жизни. Ты про столичную красотку с грудью номер 4? Не, про кочергу с Барабасовым. Было. Сейчас посмотрим. Горыныч, судороги и корчи отменяются. Переходим к старому, доброму, первому варианту. Мочи его, Горыныч, мочи его! Сделай мне хорошо. Все, я проиграл. Ничего хорошего у нас не выйдет. Ты о чем говоришь? О спорткомплексе, о бассейне там. Все, я проиграл. Да не психуй ты, всего-то 25 тысяч. Не 25, Гришань, намного больше. Я чуть было не сдал город этому маньяку, этому... Когда единственный, кто его сдерживает, это Барабасов. А из двух зол лучше меньше выбирать. Правильно стал мыслить Тёма. Лучшие перемены в хорошей жизни – отсутствие перемен. Я так считаю. Куда мы сейчас? А? Б. Куда, говорю, сейчас едем? А давайте к Барабасову. Отдам ему компромат, и пусть все остается, как оно есть.
Пусть все остается так, как есть. Дочка, ты икаешь, что ли, я не пойму? Ну, здесь спальня роскошная, спальня. Слушай, ты снял самый роскошный апартамент. Все от тебя, моя радость. Готов все-все-все отдать. Хочешь, возьми этот рюкзак с деньгами? Дурачок, завтра обо всем пожалеешь. Ты пьян за сиську. Забирай. Я все равно считал его пропавшим. Да? И что же ты потребуешь от меня взамен? Отдай мне бумаги Савушкина. Что? Отдай мне бумаги этого контуженного урода, я отдам тебе целый рюкзак с деньгами. Я что-то не понимаю, а при чем здесь ты и Савушкин? Там компромат на моего отца. Он не переживет публикации. Я бы с удовольствием, мой любимый, на Савушкин мне ничего не передавал. Совсем ничего? Я приезжала брать у него интервью, но он дал мне только одно. Что? Отворот, поворот. И все? Все. Поклянись нашей любовью. Да чтобы я сдохла. Прости меня, Капа, я тебе не верю. Ты куда? Что? Молодой человек, простите, вы не рассчитали за номер. Там осталась дама, она оплатит. Да не долби! Ну и? Срочно нужен господин Барабасов. У нас для него подарок. Господа, хозяин только что отбыл кругосветное путешествие. По реке матушки. Как отбыл? Ну, как обычно. На персональной яхте Атила. Атила? Да. Эмиссар сказал, Атила уже заряжен. Умер. Георгий Аркадьевич, жду отмашки. Я говорю, делай аккуратней, так, чтобы пристань не зацепить, чтобы потом не ремонтировать. Ну, выпусти его сперва из фарватера. Да, все. Ну, прощай, Барабас. Светлая тебе память. Сделаем, Георгий Аркадьевич. Сделаем. И яхты нету, и пристань цела. Яхта заминирована! Остановись! Ты куда ты поплыл? Мой южный крест! Здесь все мое! Все от меня зависит! Пошли вы все! Куда там на Зюидовест? Ты куда? Они на разворот. Я на перерез. Ты с ума сошел? Догоню. Тёма!
Георгий Аркадьевич, у нас проблема. Контужены в эпицентре. Вы сами сказали его не трогать. Горыныч, ты одурел? На кой черт нам компромат на Барабаса, когда самого Барабаса уже не будет? Теперь о нем либо хорошо, либо ничего. Все, отбой! Идиот! Не вопрос. Сделаем, Георгий Аркадьевич. Не вопрос. О, Костужины, ты как здесь? Яхта заминирована! Сейчас рванем! Яхта заминирована! Прыгайте за борт! Сейчас рванет! Ну же! Плавать не умею! Что за... Держитесь за меня, Сергей Степанович! Чего? Я не слышу! За меня держитесь! Я не слышу! Я ничего не слышу! Ясно. Теперь мы с вами оба контуженные. Не слышу! Нас уносит, Сергей Степанович! Скидывайте с себя всю одежду! Чего? Уносит? Речка, течение, ту-ту! Ту-ту! Нет! Нет! Прежде чем создавать похоронную комиссию, надо выловить тела. Я попробую узнать насчет водолазов. 10 экземпляров. Зачем? Загляни, говорю, в кабинет, не спорь, дура, уволю. Чего там? Кабинет. А в кресле? Чего в кресле? Да в кресле-то кто сидит? Да вы, Андрей Андреевич, кто же еще? Я. Никого. А кто там быть-то должен?
Так хватит меня путать! Иди работай, все дела запустила! И сегодня меня ни для кого нет и не будет. Я скорблю. Ясно? Ты понимаешь, что ты натворил? Ты же мне жизнь спас! Я тебя теперь главным тренером в городе сделаю! Да тише! Не кричите так. Волки сбегутся. Чего? Волки, говорю, сбегутся. Волки не в лесу. Волки в городе. Ляля, что с лицом? Расправь физиономию. Ну что, Ляля, готов? А? Готов сдать под меня, городишко? С чего начнем, Георгий Эдуардович? Как с чего? Начнем с самого главного. Поехали. Погнали, пацаны! Далековато нас занесло, Сергей Степанович. Ходу бы надо прибавить. Я не могу больше. Я есть хочу. Прямо-таки жрать. Прямо сам бы себя и съел. Вы с этим и занимаетесь. Калории лишние жжете, вес уходит. Это хорошо, Сергей Степанович, хорошо. Да, лучше, блин, не бывает. О, здрасте. Привет. Ну, как вообще обстановка? Все нормально. Нормально. Короче, ты уволен. Уволен. За что? За дурацкие вопросы! Ну-ка, пошел отсюда! Давай, давай, пошел, пошел, пошел отсюда! Пошел, чтобы я не видел больше! Никого, давайте. Чего вы прячетесь? Сейчас все так ходят. Что, с ума сошел? Я же отец города. Увидят сразу все рейтинги по нулям. На предрассудки. О, смотри, хоронят кого-то. Сергей Степанович, я боюсь вас огорчить, но кажется, это нас с вами. Лидия Петровна, прям не знаю, прям предчувствие. Все. Не переживай, Катя. Ничего с ним не случилось. А вы откуда знаете? Портрет на месте. Верный признак, что все по плану. Я никогда себе не прощу, что его одного отпустил. Ну, а ты-то тут при чем? Тебе Артем запретил. Вы знаете, как я его люблю? Как? Вообще, понимаете? Вообще. Ой, очень, очень образно выразилась. Ой, Кать, 7 лет я тебя учила. И что? Вообще? Вообще? Простите, Лидия Петровна.
хочу. Я извиняюсь, бабуль. Я не один. А с кем? С Барабасовым. А что же он? В сенях остался? Он стесняется. Из одежды что-нибудь есть у нас? Добрый день. Закрыта реконструкция. Какая реконструкция, вашу мать? Сергей Степанович, как же так? Так ведь Ляля позвонил. Говорит, вам кирдык. Говорит, закрывай контору, новый начальник все будет переделывать. Поспешил Ляля. Ох, поспешил. Иди сюда. Вы что задумали? Сейчас посмотрим. Хочу побывать на собственных похоронах в качестве наблюдателя. Это что такое? Моя гостиная. Установил там когда-то для контроля за бывшей женой. Я тут такого насмотрелся. Мама, не горюй. Жаль, звука нет. Так а кого там слушать? Мой! Мой! Меч Атилы теперь мой! Ты проиграл, Барабас! Теперь я победитель! Ага, я на коне! Никому не позволю играть моей погремушкой! Чему? Шизофрения! Так что не только мы с тобой, брат, контуженные. Алло, господин майор. Майор. Это вас беспокоит некто господин Барабасов с того света. Здравствуй, Вова. Барабасов, просто дурак, майор. Алло, капитан, свали нафиг. Ну, во-первых, майор, скотина. Чё? Ты охренел, пёс поганый? Ты на кого пасть свою разеваешь? На квартирного вора и на наркодиллера. И то, и другое уже доказано. Ну ты, огрызок, ты чё, не врубился, что до сих пор кто здесь старший в городе? Это моя территория и мой город. Теперь выбирай. Мы можем закрыть дело и с другой формулировкой. При попытке к бегству. Думай, кочерга. Друзья мои, пусть сегодня этот заново открытый бассейн послужит нам хорошим уроком. Потому что все мы за повседневной текущей ерундой забыли о главном смысле. Дети, вот он смысл, ради которого стоит побарахтаться еще в этой жизни. И мы будем барахтаться и вольным стилем, и брасом, и в размашку, и даже по собачьи. Потому что иначе получится только на дно топориком. И другого пути у нас нет. Только барахтаться, выплывать и победоносно финансировать. Вот так вот, мои друзья. И никак иначе.
абсолютно бесполезное сооружение. Почему? Вода отходов не производит. Мусора мало. А прекрати все. Чего у тебя лямка торчит? Начинаем перекличку первого набора смешанного состава. Участников секции по плаванию вольным стилем в детском спорткомплексе имени Виктора Павловича Ведуты. Бушихин. Здесь. Артамонов. Здесь. Спутанный. Здесь. Азиман. Здесь. Милецкая. Здесь. Мангышлак. Здесь. Соболенко. Здесь. Солдатенко. Здесь. Яшина. Здесь. Синицын. Здесь. Вейхман. Груздев. Здесь. Коплюхина. Здесь. Я извиняюсь, опоздал в совещание. Мои извинения. Привет, извини. Прошу прощения. Я извиняюсь. Больше не повторится. Прошу прощения. Совещание. Я извиняюсь. Первый и последний раз, Сергей Степанович. Больше не повторится. В строй становитесь. Я понял. Мои извинения. Извините. Барабасов! Здесь! Расчет закончен. Стой! Останови! Сдай назад! А вот теперь... Поехали.